Засада не пошло. Чуть зазевался, уже засадили. У третьей ствол слегка нагрелся, а так все нормально. Что там с тоннелем? Газопровод рванул, пожар локализован. Штурмовая группа. Их всех убило взрывом. Всех из гадюки тоже. Кто-то вернулся? Никак нет. Райли пошел проверить. Бегом отсюда! За ящики успеть! Собачка перетали. Нужно опять останавливать щит. Ну вот эти двое сейчас хлопнут прям рядом. Давай. Был уже у вас тут один ваш. У нас. Ваш свет под мигнул, лампы закачались. По-моему, стена долбит, рядом с которой я стою. Вооружение выбирай.
Я боюсь, туда зайду со щитом, вот один на один с этим желтым. Выхвачу бомбу, не появившуюся у меня на спине. Желтый. Вот эти двери закрыты, значит. Но они отсюда выйдут. Получен доступ к системе управления средствами обороны. Отключаю турели. Есть! Периметр отключен. Теперь помоги штурмовой группе закончить зачистку. Внимание! Перехват радиопереговоров. На центральном вокзале мы под сильным обстрелом. Турели отрубились, а нас совсем мало. Нужны подкрепления. Держись, солдат. Подкрепления уже идут. Солдаты, подкрепления все идут по известному адресу. Значит, не выше. Ух ты. Вперед! Но есть информация, что батальон собирает силы. Вы... Твою мать! Все так нехорошо-то. Медик двухъярусный. Никто не сбежит. Я перезаряжаю. Медика надо вычленить. Выйти не могу, меня слева сразу прижимают. У меня щит-то не казенный. Лечится, сволочь. Сбежал, сволочь. Не прекращать огонь! Штурмуйте их позицию! Батальон отступать. Надо хорошее место занять.
чертовы наемники! Схера ли я не убежал? Давите огнем! Если бы не ты, все могло кончиться совсем по-другому. Можешь нам каждый раз помогать, я только за. Ребята, по бюллетени там. Аптечки. Ты что делаешь? Дебилы, кусок. Стечек нет. Я контузила, что ли, как номера откалываешь? 10 патронов осталось. Нет, 10 это другой снайпер. Ее только подавить. Только высунуть, все, мне конец. Помощи от своих не вижу никакой. Иди вот так. Их поджарят. Надо сместиться как-то, чтобы меня снайпер хотя бы не видел. Хорошо, она меня видит, я ее нет. Вон она, крыса.
Капец. Ты чё? Думаешь? Хорошо стреляет. Вот это был читерский выстрел. Она еще не высунулась, уже попала. Разработчики так и дали шанс. Можно мне передышку патронов, аптечек? Сейчас бегу от вас в темную зону. Что хотите, тут то и делайте. Патронов. Это я только приближаюсь к вокзалу. Ёпана мама. Это плохо? Сюда? Давай хотим здесь. Ничего не видно. Они, по-моему, не закончатся. Ранили, пользу сядешь. Где мои помощники? Меня отжимают тут, ты кому не лень. На периферии. Я только и слышу чпоканье эти. Вон она.
можно больше навтыкать им, пока бегут. Я просто уже холодею, глядя на свои патроны, на количество. Ну, прибежал ты в атаку еще. Глупость так перестреливаться. Лепись. Еще по лестнице спустись. Лежжон. Обнаруженный посторонний в этом квартале считается вооруженным противником, и к нему будут применены соответствующие меры для обеспечения общественной безопасности. Ну давай! Любое обнаруженное посторонний в этом квартале считается вооруженным противником, и к нему будут применены соответствующие меры для обеспечения общественной безопасности. Упали даже. Давай!
Минус 2 сразу. Ты же знаешь, снайпер и пулеметчик работают в паре. Вот мы с тобой такая пара. Наверх сейчас полезет, я ее сниму. Всем бойцам ОТГ, к вашим позициям идут свежие силы батальона. Всем занять оборону. Лишь, что ли? Держитесь. Патроны мне где взять? Я уже про аптечки не спрашиваю. Внимание! На нас идет противник! Занять укрытие! Мы обязаны удержать эту точку, иначе все было зря! Отряд Альфа, спускайтесь! Они в спину идут. Ставить, блин, прервать. Не дайте им нас окружить. Придется попытаться. Чё за... Почему он там двое, как они оказались там? Фокусти, фокусти его. И... Вот это бой. Внимание! Перехват радиопереговоров. Отступайте! Повторяю, отступайте! Они слишком хорошо окопались! Всем бойцам на вокзале отступайте на КПП Гектор Альфа! Центральная, отвечайте! Сэр, фу, блин. Они отступают! Мы его отстояли! Ха, посмотрим, как Близ на этот раз выкрутится. Парни, я горжусь вами, черт побери!
Это было непросто. Поговори, Рой Бенитес, на базе. Все-таки на базу надо идти. О, бедный Йорик. Я знал его, Горацио. Да? И как любитель играю в МХАТе. Ну мы молодцы. Какая-то сволочь из батальона сняла на смартфон их методы работы. Давай посмотрим. Зрелище мерзкое. Некоторых ребят я знаю лично. Но мы должны знать, с кем воюем. Ракет, сейчас. Копнюк, нахер иди, понял? Сука, бля! Нет, стой! Не стреляй, хочу перейти к вам, у меня есть информация. Отведи его к капитану, посмотрим, что он знает. Понял. А ну вставай. Вы об этом не пожалеете. Эй, ты! Эй, дай сюда! Видеозаписи, то, что мы сейчас посмотрели. Какой-то пистолет. Ого. Блин, офигенно. Еще и талант, опытность такая же. Но магазин на 5 патронов меньше. Просто берем и умножаем. 3400 получается, а здесь те же самые 3400, но лучше, когда патронов больше. Вот это армейский АКМ, который нам дали. Япона, мама, я такой хотел купить за красные деньги. 300 у того было повреждение. Жизненная сила, убийство противника увеличит запас здоровья на 6%. А сейчас у меня... Не работает горючий все равно. Армейский калаш. И урон брони еще. А у меня сейчас даже урон брони лучше. Я смотрю, он у меня как-то прям вот калаш. Очень здорово их жигулит. Прям видно, что у него больше урона проходит, чем у пулемета. Оказывается, вот он секрет. Полицейский, ты по пути подобрал. Урон магазину по сравнению с пулеметом все равно это ничто. Облеченный полицейский дробовик. А не, штурмовая винтовка. Ну, это уже вчерашний день. РПК тоже слабенький. Калаш. Хоть на 1% меньше, но этот процент поглощается вот этим уроном вообще с головой. Эту сумку я вначале еще где-то подобрал. И все. Вот и все вещи. Вот вертикальная рукоятка. Оптимальная дальность, точность. Лучше в 24% была устойчивость. Давайте его снарядим. Я встану, тут на карачках неудобно работать. Не та у нас профессия. Будем смотреть на офигенный вид с вокзала. Человек сейчас. Человек. Человеку помощь нужна, ты привет, конечно. Какая доброта нынче редкость. Спасибо. Куртку заберите, я же не за куртку, я так.
Красавец, конечно. У меня вот этот, по-моему, стоит на калаше. Снимаем. Смотрим теперь ручку. Стабильность, но она вот сюда установлена. Вот это, кстати, руль, оказывается, получше даже. Магазин. Я не понял. А, я на 62 его увеличиваю. И оптика. С прицелами напряженка. Все. Снарядили. Я хотел бы посмотреть его просто. Одно слово. Просто офигенно сделано. Просто офигенно. Тот я положу в тайник игрока. Он нас так вытянул. Во скольких уже? Передрягаш. Где ближайший пункт? Что-то происшествие мимо прошло. КПП рядом. Техника спецотряда, это в темной зоне валяется. Не заманить. Брандмауэр, самый ближний пункт. А, мы начали вот здесь, и мы до сюда просто дрифанули. Давайте на КПП. Как-то странно у нас. Любой обнаруженный посторонний в этом квартале считается вооруженным противником, и к нему будут применены соответствующие меры для обеспечения общественной безопасности. Соберись. Тряпка. Я не понял, почему аптечек три? Там у них не дали аптечек нам, что ли, в этом? В ящике. Я хотел уже попрощаться, но по традиции решил дойти до лагеря какого-нибудь. Агент, нам сообщили о выброске припасов. Однако грузы прибывают в темную зону. Я пока не понимаю, что происходит. Ясно одно. Необходимо действовать быстро, пока эти грузы не прибрал к рукам кто-нибудь еще. У меня такое подозрение, что сбрасывают не одеяло и не макароны. Займись этим. Совести у вас нет. Что-то происшествие потеряется. И от него вот сюда. Но вот это будет еще сильнее миссия. Все-таки я, наверное, схожу на базу. Потом уже буду опираться добивать. Я на 27 уровня. Даже с таким калашом, я думаю, мне будет непросто. Почему поддержку ОТГ? Я не туда собирался. Кто-то калачивался, меня ждал. Все лучше у японцев.
высокотехнологичная сама. Она мне дала какой-то мега-рюкзак. Стрелковый рюкзак. Карп Савельич, я не верю своему счастью. На 7 штук. Единоразово. И 38% боезапас. Спасибо большое. Все навтыкали. У меня слов нет, просто... А вот там бы попрощались, не увидел бы я ничего. Приятно, когда делаешь доброе дело, люди это ценят. Само с собой разговаривает. Главное, разговаривать с собой можно. Плохо, когда начинают отвечать тебе. Здесь, в самом центре Манхэттена, после того, как люди доверились ОТГ. Темная зона. Пафосное название для района, где процветает полный беспредел. Тут нет систем наблюдения и нет возможности установить контроль. Этого допускать нельзя. Сэр, но ведь их задачей была только эвакуация. И как они эту задачу выполнили? Да, людей они вывезли, но кого при этом впустили, сколько снаряжения побросали? Обеспечение безопасности крупнейшего в стране города отдано на откуп полным дилетантам. Да, сэр. Очередное подтверждение тому, что наши методы куда эффективнее. Планомерное расширение, досмотр населения, допросы с пристрастием. Нас вдвое меньше, но мы вчетверо надежнее. Позорный провал ОТГ с темной зоной только доказывает, что этому городу необходим последний батальон. Как двери вот эти открыть? Блин, опять сейчас полчаса буду искать ответ на очевидный вопрос. Но здесь же куда более, куда уж очевиднее. Но не перелази. Ладно, отбежим. А, фу, это щит восстановился, пеликан. Ну, японка просто ошарашила подарком. От тебя не в восторге. Или завидует тому, как у нас здесь хорошо. В общем, тут объявилось какое-то элитное подразделение, отряд Ромео, и они устроили тут пальбу. Люди могут пострадать, да и вообще. Внимание! Обнаружен противник. Там еще не... Все, по-моему, я приехал. Когда-нибудь объединиться? У нас бой! Нью-Йорку пора наконец проснуться. Понял. Вступаю в бой! Очищаю! Укрытие! Контакт! Контакт! Беги, сволочь! Фига их сколько!
Беги, халява. Лезут наверх, нет? Вы меня вообще нафиг не уперлись. Мозгов у вас нет, потому что... Вот только уж. Перезаряжаю! А, ну лезешь. Сопротивляться будешь. Если не я, то кто? Еще побегу. Щит почему у меня не работает? Вот он ты, родной. Но это все не так важно. Главная проблема в том, что затея с полевыми госпиталями, ну, не выгорела. Все умерли. Пациенты, врачи, медсестры. Те бедняги, которые закапывали мертвецов в Центральном парке. Все. Люди умирали на койках. Умирали под пулями. Когда нам, наконец, приказали отступить, мы, честно говоря, вздохнули с облегчением. Только теперь это место огорожено колючей проволокой. Да, вот так и появилась темная зона. Я там такого насмотрелся. Я врагу не пожелаю такое увидеть. Да мне все равно, сколько вы готовы предложить. Я туда не вернусь. Слова не мальчика, но мужа. Эй, мне помощь нужна! Помогите мне искать! Не выйти куда-то надо. Они не дают. Я говорю, превращается в аналог темной зоны. На каждом шагу группа. Да еще и из воздуха телепортируется. Да блин, не то. Сейчас доктор к нему бежит. Доктор уже никуда не побежит. Жду не дождусь. Вперед. Легко. Думаешь, я тебя не найду?
Надеюсь, у диких передышка. Это мне очень пригодится. А мне фиолетовая куртка просто как воздух. Кто-то кого-то чистит квартиру какую-то. Тихо, говорит, пока нас не спалили, что мы здесь. Какое же облегчение вернуться домой. Фу. Извиняюсь. То, что же затянулось возвращение, будем традиции соблюдать. Кому не интересно, просто выключили. Мощный был забег, тяжелый, плотный, и мы все-таки чему-то и да и научились. Осталось только выучить кнопки использования воды и всяких дополнительных вещей. И, наверное, в следующий раз пойдем все-таки мы на главную базу сходим. Та миссия слишком крутая. Да и надо немножко отдохнуть. Хотя не знаю, как сейчас по улицам ходить. На каждом перекрестке какая-то стычка. Пока склоняюсь к тому, чтобы пойти на базу. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего, удачи и пока. Забег был мощный. И калаш нам дали великолепный. Именно такой, какой я видел у продавца в темной зоне. А японка подогнала рюкзак просто космос. На 20% увеличила жизнестойкость. В общем, все сложилось хорошо. Все мы сделали правильно.